Какие ваши впечатления? Ну, впечатления, как всегда, очень красочные, потому что даже вот каждый класс, в который ты приходишь, или там каждая школа, каждая вот аудитория, она настолько отличается от предыдущей, и каждый раз ты говоришь о чем-то новом, и вот в тебе рождается что-то новое. И на самом деле это потрясающе. Ну вот эти вот дети, и ты видишь, что это каждый ребенок, это не просто вот, ну, знаете, класс в целом ты видишь, или там аудиторию в целом, в пару сот человек, но ты видишь, что это судьба человека, это жизнь, это целое поколение. И мне всегда это очень, ну, я очень это ценю, возможность общаться с молодежью и вкладывать в их жизнь. Ну и, наверное, вот я бы хотела пожелать каждому, кто может посмотрит это видео, что на самом деле, вот, наверное, это самое главное, что есть Бог, который прощает. Это самое, наверное, такое послание, которое, ну, сейчас горит в моем сердце. Потому что сегодня люди допускают много ошибок. Сегодня люди, они, когда остаются, вот, ну, особенно молодежь, когда заходишь в комнату и остаешься сам на сам с собой, ты понимаешь, что, может быть, какие-то вещи сегодня не были такими, какими бы ты хотел. И иногда вот люди, они не знают, где выход и как это изменить. Но есть Бог, который, он прощает, и он на самом деле силен изменить нашу жизнь. И просто когда ты склоняешь свои колени и просишь: «Бог, я, ну, прошу, прости меня». И я просто сдаюсь перед тобой. Я сдаю свои позиции, я сдаю свои, такое, знаете, какие-то амбиции. И я хочу, чтобы ты мне помог. И просто когда это происходит, твое сердце меняется. И следующий день ты понимаешь, что ты просыпаешься утром, и ты просыпаешься, ну, совсем другим сердцем, и ты хочешь творить добро не просто потому, что тебе кто-то сказал, но потому что это горит в твоем сердце. И это здорово, это самое главное, это то, ради чего стоит жить, потому что все искусственное, знаете, это как шелуха, оно отпадает. Если мы чему-то искусственно научились, какому-то, знаете, просто хорошему поведению, то оно может пройти. Но если сердце по-настоящему, оно изменено, то этого не подделаешь. Люди будут чувствовать это, люди будут видеть этот свет. И я вам просто желаю всем сиять тем светом, который есть у вас внутри. И если нет, то попросить Бога об этом свете. Это реальность сегодня. Это есть. И есть таких много молодых людей по всему миру.